Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 19.29. Решите графические уравнения. И в пункте А нам дано такое уравнение. Х минус 2 в квадрате равно х. Как можно решить это уравнение графически? Если мы построим график функции y равно х минус 2 в квадрате, и на одной и той же координатной плоскости мы построим график y равно x, то в точках пересечения графика и будет решение этого уравнения. А точнее, координата x и будет решением этого уравнения. Поэтому мы начнем построение с того, что вот построим график функции y равно x минус 2 в квадрате. Как мы будем строить график этой функции? Ну, мы будем строить график параболы y равно x в квадрате, а затем, соответственно, с правилом будем переносить его на 2 единицы вправо. Почему на 2 единицы вправо? Потому что здесь у нас x минус 2. Итак, строим параболу. Ну, зададим несколько точек. X равно 0, y равно 0, x единица, y единица, x минус единица, y плюс единица, x 2, y 4, x минус 2, y 4. Теперь через эти точки проводим кривую или плавную линию проводим и получаем график параболы. Теперь мы эту параболу сдвигаем вправо и получаем график функции y равно x минус 2 в квадрате. А теперь мы строим функцию y равно x. Ну, y равно x. Графиком этой функции будет прямая. Для того, чтобы построить эту прямую, можно задать две точки. Ну, x равно 0, y равно 0, и x равно 4, y равно 4. Проводим эту прямую. Вот, и теперь смотрим на точки пересечения. Точек пересечения две. Вот первая точка пересечения и вот вторая. Находим координату x первой точки пересечения. Это и будет первое решение. x первое равно единице. И находим координату x второй точки пересечения. Это будет 4. Значит, x второе равно 4. Уравнение имеет два решения. Пункт Б. В пункте Б нам дано такое уравнение. Х плюс 3 в квадрате равно единице. Ну, точно так же мы поступим. Мы будем строить график функции y равно х плюс 3 в квадрате и график функции y равно единице. Так, строим параболу y равно х плюс 3 в квадрате. Как мы строим? Мы используем параболу y равно x в квадрате, а затем сдвигаем ее на 3 единицы влево. И получаем график функции y равно x плюс 3 в квадрате. Теперь строим y равно единице. Ну, уравнением y равно единице соответствует прямой, которая параллельна оси x и проходит через отметку по y единица. Вот эта прямая. Смотрим точки пересечения. Их тоже две. Одна и две. Смотрим их координаты x. Координата x первой точки пересечения минус 4. Координата x второй точки пересечения минус 2. Значит, мы имеем два решения. X первое равно минус 4. И x второе равно минус 2. Пункт В. X минус 2 в квадрате равно минус x. Так, строим параболу y равно x в квадрате. Точнее, мы ее используем, мы ее уже строили. И теперь сдвигаем ее на... Давайте запишем, что мы строим функцию y равно x минус 2 в квадрате. И потом будем строить y равно минус x. Итак, мы параболу сдвигаем на 2 единицы вправо. Вот, мы сдвинули ее, получили график функции y равно x минус 2 в квадрате. А теперь строим график функции y равно минус x. Можем задать пару точек. X равно 0, y равно 0, x равно 3, y равно... x равно минус 3, y равно плюс 3. Проводим эту линию, вот она. И что мы получаем? Что мы получаем? Мы получаем,
что прямая и график функции y равно x минус 2 в квадрате не пересекаются. Это значит, что система не имеет решения. Нет решения. Пункт G. В пункте G x плюс 5 в квадрате равно 4. Значит, нам нужно построить график функции x плюс 5 в квадрате и прямую y равно 4. Так, ну, берем нашу параболу и сдвигаем ее в соответствии с правилом на 5 единиц влево. Вот мы получили график функции y равно x плюс 5 в квадрате. А теперь строим прямую y равно 4. Прямая y равно 4 проходит через отметку 4 по оси y и параллельно оси x. И теперь смотрим точки пересечения. Первая точка пересечения и вторая. Находим их координату x. Для первой точки вот это минус 7, а для второй точки это у нас минус 3. Таким образом, x первое равно минус 7 и x второе равно минус 3. Система, и вернее не система, а уравнение имеет два решения. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем сайте.